На этой сцене собралась самая трудолюбивая молодежь Губкинского. На протяжении всего месяца школьники работали на благо города, следили за чистотой на улицах и озеленяли газоны. Всех ребят сегодня наградили сертификатами бойцов главы города. Сертификат бойца мобильного трудового отряда главы города Губкинского вручается Жигалову Роману. Аплодисменты! Гордость за проделанную работу, ностальгия по веселому июлю и доля грусти. Такие эмоции мы испытываем, говорят бойцы трудовых отрядов и дети, которые сегодня здесь прощаются со своими вожатыми. Вторая смена детских дворовых площадок тоже подошла к концу. Мы там играем в различные игры, но мне всего там нравится играть в футбол больше всего. Мне понравилось, как там вожатая придумывает сама танцы, и мы их потом учим и играем в игры там. Вожатая научила меня, как кататься на скейтборде и песню петь. Не меньше скучать по своим подопечным будут и вожатые. Некоторые уже работают не первую смену. Наиль Тувальбаев нашел подход к детям быстро. Хотя молодой человек и обучается по направлению далекому от педагогики, это не помешало ему освоить навыки общения с детьми от 6 до 14 лет. Я не разочаровался. Я помню, как я пришел в первый день со своей напарницей. И дети восприняли нас на штыки, потому что до этого у них были другие вожатые. Ну, в конце концов, они нас все-таки приняли, и вот теперь так. Торжественное закрытие летних детских мероприятий прошло как в сказке. Но ни одна сказка не должна заканчиваться плохо. И поэтому на прощание дети исполнили для своих вожатых красивую песню. Королева, Сергей Мукрчан, новости Губкинского.